Господи, слава Тебе! Благослови нас, Владыка Святой Истины, начать этот труд. Благослови наше пребывание здесь и детей. Дай им доброе послушание. Пошли нам добрых помощников, сохрани нас от нападок злых людей. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И соделай наш труд полезным и безопасным. Аминь. Значит, со мной кто-то сходит, я лопаты еще дам, лопаты требуют. Что нужно делать? Иди, снимай дальше, смотри. Вот видите, вот это у нас вход в столовую. А вот что здесь мы видим? Ну, видим, что здесь подниматься где? Вот она. Вот только едва-едва видать ступеньки. Вот видно, что ступеньки. Ну, здесь можно все вырывать голыми руками. Не голыми, перчатками. Вырывай. И вот сюда вниз, сюда отбрасывай. Да не-не-не, не капи его. Ты вот эти водка, молочай. Я сейчас покажу, как дальше делать надо. Смотрите. Это небольшая работа, но нам она необходимая. Ну, это не так, чтобы корень вырвать. Видишь, ты отрываешь его. Ты, подожди, куда кинул? Ты кидаешь туда, где люди ходят. Ты бросай в сторону, где никто не ходит. Вот сюда вот. Видите, как одеты вы неправильно. Комары вас прокусывают. Вот, смотрите. Нужно зайти отсюда, вот, или сбоку. Вот крапива, глядите, вкус, видите, нет? Теперь вертикально лопату, иди сюда, что смотришь-то? Иди. Теперь его берешь, крапиву эту, и здесь же ее обколотить. И вон туда в сторону откинуть, все. Ее все лето не будет. С корнем вырвать надо. Это не то, что пошел там в столовую, здесь именно ты сам работаешь. Это очень полезно для здоровья. Дальше что? Смотри, Виталий. Ага, вот он, где корень. Так. О, что здесь дальше? Обколотить надо. Маленько. И отбросить вон туда. Там никто не ходит. Все. Понятно, нет? Да. Теперь с этой стороны кто-то идите сюда. В одном месте не будьте. Смотрите. Вот растет куст. Видите? Вот мы его сейчас убираем. Вот лежат подставки. Вот. Види. Сюда, смотрите, колыпнул. Вот он уже навалился. Теперь я его беру крапивой. И вот туда дальше скидываем. Все. Ни труда-то никакого нету. Вот опять же вертикально лопату. Смотри сюда, кому я рассказываю. Туда с землей не бросать. Нам земля самим нужна. Смотри. Гляди, как быстро делается. Ну. И вот это до самого низу все убрать, чтобы дети не обстрекались ей. Ну, это, которая другая-то там. Вот так обколачивать об лопату и выбрасывать. Смотри, какой промежуток сразу уже получился. Ты понял? Да. Чтобы здесь ровно было, землей не бросать, обколотить. И кидать за пределы туда, чтобы ниже. Потому что когда сидеть будут, ноги будут туда у них. Понятно. Начинай. Вертикально. Ты уже неправильно лопату держишь. Ты иначе корни будешь резать, а корни останутся. Корни надо убрать. Убрать. Вот вертикально, смотри, как я делаю. Не ломай лопату сильно, иначе сломаешь. Никита уже знает, как лопату ломать. Вот так. Дальше доски там вам дадут. С нами Володя уйдет, он сейчас там в одном месте надо быть на записи. Потом он вернется. Теперь смотри. Вот опять подошли кус. О, види, какая крапива. Огромный кус сразу вышел. Теперь приподнял его. Можем вот так вот. И вот так его здесь на месте отбить. А потом брать его вот здесь, где он не жалится. Смотри. Все, и он туда, его дальше. Все, видите, все чисто. Следующий. Я сейчас возьму ребятишек, дам лопаты, дам. Это кто к нам идет? На Стефана похож, да. Смотри. И опять ямку зарыть, чтобы ямки здесь не было. Так, подожди. Это не надо. Вы не крапиву, а вот эту только берите. Другую траву. Вон там, которая трава, которая не крапива, руки не жжет. Вот эту?
Да, молочай. Вон дальше откидывайте. Молочай, молочай. Дальше. Вот и все. Сейчас мы, смотри, мы это уберем когда. И вы увидите, как сразу меняется пейзаж. Лопату надо тут аккуратно оставлю. Лопатой. Никого не поранить. Смотри. Крапива это серьезное растение. Угу. Вон там червяки. Вон червяки, смотри, какие. Это уже червяк на это идет. Его надо куда-то в баночку ложить. Смотрите, сейчас я вот здесь был. Что-то не видать. Фу. А вот это что за цветок? Знаете, нет? Это татар. Татар. Когда человек дурной, говорит, что ты белины объелся, это белина. Кто его ест, он делается дурным, падает. Не будем есть, значит. В рот ничего не брать. Белина появится. Так, не ходи просто так, Тимош. Поэтому Тимофей. Кто тут ходит? Андрей. Я сказал крапиву не трогать. Не трогай крапиву. Дальше откидывать. Вот это да. Брать только то, что не крапива. А раз крапива, это с корнем ее. Все, уже пол работы сделали. Уже, считай, дорожку видать, где? Хотя мы вроде в первый день должны не работать. Как мы костер, там, где костер освободим? Где молиться освободим? Добрый день! Только начали, смотри уже, сколько убрали. Добрый день! Есть перчатки еще лишние? Нет. Ну, добрый день! Ладно, пусть живет. Это, а у вас, а можно сейчас погулять? Дай. Игнатий Тихонович, Сёма просит шарика взять погулять. Ну погуляй, а где будешь гулять? Да там. А ты его сам привяжешь? Могу, ну иди, к вам прийти. Разрешаю. Разрешаю. Телефон! Понимаешь, что ты сегодня меня замотали. Сегодня день рождения у меня. Со всех сторон. Видишь, говори. Хорошо как. Ну, я говорил, что я приехали, да, ну-ка, с папой поговори. Алло, смотри. Да. Да, привет. Да, привет. Всегда так. Говори, что надо. Скорее, ага. А то я сейчас ухожу. Ну все, мы тут убираем столовые, крапиву сейчас убираем, чтобы от комаров избавиться. И ничего не выспится. Он один не будет лежать. Он будет только глаза опущен, потом не знать, что делать. Об этом не беспокойтесь. Так. Вот и зря без штанов-то. Да, спаси Христос. Так, все, отошел. Так. Только не крапиву берите, угу. Крапиву не трожьте. Крапива глубоко, ее с корнем надо вроде выдирать. Так, я ухожу, у нас времени нету. Я Володю забираю. Так, я с собой возьму мальчиков, принесут лопаты еще. Так, пойдет со мной Андрюша и этот. Вот пойдет. Две лопаты утащишь? Две лопаты. Так, бегите туда, к этой. Вон куда побежал Степа, за Степой или как? Туда, где скворечник, где машина стояла, бегом. А сами работайте. И когда все-все вокруг сделаете до самого низу, смотри. Угу. Смотри. Виталий. Да. Остаешься за этим делом, смотри, старший, чтобы дети друг друга не поранили лопатой. Вот это вот, куда набросали, это все надо будет выкопать ее. Не ломать. Аккуратно со всех сторон обкопать, а потом только ее, чтобы лопату не сломать. Угу. Аккуратненько. А потом, когда все сделаем, пойдем делать вон, где молимся. Чтобы там ну, было, не было. В сторонку, вон, туда, да, в одно место убирайте все. В сторону. Так, ну все, включай. Пойдем.